Возможность приобщиться к культуре Республики Корея появилась у жителей Ненецкого округа. 22 апреля в Нарьян-Маре прошел концерт традиционной корейской музыки и танца. В регион также прибыла делегация, в состав которой вошли генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге господин Ли Джин Хён и консул по культуре госпожа Ли Га Хэ. Сегодня мы рады приветствовать консула в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Север». Здравствуйте, дорогие гости, спасибо, что пришли к нам. Насколько мне известно, именно в Санкт-Петербурге в 1901 году было открыто первое дипломатическое представительство вашей страны в нашей стране. На что направлена работа консульства сейчас? Здравствуйте. Отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией имеют давнюю историю. Первый постоянный корейский посланник Ли Бом Джин прибыл в Санкт-Петербург в 1900 году и прослужил по 1905 года. Еще ранее, в 1889 году, был заключен договор о дружбе и торговле между нашими странами. Однако было время, когда общение между двумя странами прибывалось в связи с международной обстановкой. В сентябре 1990 года дипломатические отношения между нашими странами были снова восстановлены. С того момента они развиваются полными темпами в самых различных областях. А как вы оцениваете уровень дипломатических отношений России и Кореи в настоящее время? Россия является одним из самых важных партнеров Кореи. На саммите в сентябре 2008 года при участии президентов обеих стран был основан и в 2010 году проведен первый форум диалога Россия-Республика Корея, участие в котором приняли специалисты по области политики и экономики и социокультурной деятельности. С тех пор форум проводится уже три раза. А координаторный комитет форума как раз расположен в Санкт-Петербурге. Корея и Россия являются соседствующими странами и прочными дружеские отношения очень важны для нас. Я считаю, что в настоящий момент дипломатические отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, который можно охарактеризовать большой степенью взаимного понимания и доверия, активным диалогом и расширением сотрудничества в самых различных областях. Госпожа консул, расскажите, пожалуйста, немного о цели вашего визита в Нарьян-Мар. По мере расширения связи между Республикой Корея и Россией открываются и новые возможности для увеличения обмена и сотрудничества в регионах, в том числе в Ненецком автономном округе. В ходе данного визита, я надеюсь, обсудить перспективные направления сотрудничества и способы укрепления дружественных отношений между Республикой Корея и Ненецким автономным округом. И, конечно, одна из главных целей – это познакомить жителей Ненецким автономным и корейской культурой. Господин консул, расскажите, пожалуйста, о вашем впечатлении от поездки в Нарьян-Мар. Что удалось посетить и, может быть, что может привлечь туристов в наш округ? Во-первых, я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность администрации Ненецкого округа за теплый прием и насыщенную культурную программу. Мы уже побывали в нескольких музеях, в том числе в Краеведческом музее. Везде нам провели очень интересные экскурсии.
самобытной культуре народов Ненецкого округа. Особенное впечатление оставило посещение центра арктического туризма, где мы смогли пообщаться с северными оленями. Основное очарование Ненецкого края в его уникальной природе непосредственной близости к Арктике. Отдельно хочется отметить бережно сохраняемую культуру местных народов, их традиций, а также радушие и гостеприимство жителей Ненецкого округа. Как вы оцениваете инвестиционный потенциал нашего региона и какие совместные проекты, может быть, будут реализованы? Ненецкий автономный округ имеет немалый потенциал для сотрудничества в таких сферах, как экология, северный морский путь и нефтяная промышленность. Корейские ученые готовы к совместным проектам по исследованию изменений и климата и последствий этого в арктическом регионе. Южная Корея, как соседа России, активно интересуется возможностями сотрудничества. Особенное внимание уделяется сотрудничеству в сфере Северного морского пути. Ожидается, что в будущем морских круизоперевозок по СМП будет расти, и это означает и расширение связей между двумя странами. А также Ненецкий округ богат природными ресурсами. Я надеюсь, что представители корейского и российского бизнеса в будущем рассмотрят возможности реализации совместных проектов в таких областях, как нефтяная промышленность, добыча природного газа, оснащение реки Печора для целей осуществления транспортировки грузов. Я уверен, что для корейских компаний и научных институтов знакомство с экономикой Ненецкого округа и возможностями сотрудничества представляет интерес. Спасибо большое, господин консул. Скажите, планируется ли дальнейшее сотрудничество Республики Корея и Ненецкого округа? А мы будем к этому стремиться. Во-первых, что касается культурного сотрудничества, то мы планируем проводить в Нарьян-Маре различные представления корейских и русских артистов примерно каждые 2-3 года. Конечно, организация выезда творческих коллективов в Ненецкий автономный округ требует определенных усилий и ресурсов. Однако Генеральное консульство в Санкт-Петербурге всегда приветствует интерес к корейской культуре. По делянию мы также готовы организовать отдельный показ корейского кино для детей Нарьян-Маре. А кроме того, есть ряд обозначенных выше потенциальных возможностей для сотрудничества. И я надеюсь, что в будущем мы сможем реализовать совместные взаимовыгодные проекты. Спасибо. А скажите, является ли наша страна и регион, в частности, привлекательными для туристов из Республики Корея? С удовольствием я хочу сказать, что в Корее очень любят Россию, интересуются ее культурой. Кроме того, Россия – соседная страна и важный партнер. Поэтому Россия является популярным направлением среди корейских туристов. С 1 января 2014 года наши страны перешли на безвизовый режим. Это очень важный шаг и сильный стимул к дальнейшему расширению связей. С тех пор туристический поток между нашими странами увеличивается с каждым годом.
Северо-западный регион – один из наиболее привлекательных регионов для корейских туристов. Конечно, многие хотят посетить культурную столицу России – Санкт-Петербург. Что касается, например, Ненецкого округа, то, на мой взгляд, арктический туризм тоже имеет большой потенциал. Что касается, например, Ненецкого округа, то, на мой взгляд, арктический туризм тоже имеет большой потенциал. Спасибо. А чем ваша страна привлекательна для туристов? Корея – страна с богатой древней культурой и удивительно красивой природой. Корейцы бережно хранят и чтят историю своей страны, и в стране есть множество архитектурных памятников. Конечно, главным центром притяжения является Сеул, огромный мегаполис, столица Республики Корея. Самое лучшее время для посещения – это весна и осень. Весной можно насладиться цветением в горах, а осенью популярным местом для туристов является национальный парк Саракссан. Это прекрасный уголок живой природы, знаменитый благодаря своим водопадам, бурлящим гейзерам и древним буддийским храмам. Еще одна жемчужина Кореи – это остров Джеджу. Сюда организованно возят на отдых школьников на каникулах, приезжают в свадебные путешествия молодожёны, много иностранных туристов. Концерт традиционной корейской музыки и танца вызвал неподдельный интерес среди жителей нашего региона. Спасибо большое за возможность присоединиться к вашей культуре. А почему именно Нарьян-Мар стал местом проведения такого мероприятия? Ненецкий автономный округ находится далеко, довольно далеко от Кореи. А несколько лет назад у нас в Корее вышел документальный фильм о ненецках. И еще была издана книга под названием «Звезда Арктики. Ненец». Мы в свою очередь тоже хотели бы познакомиться с жителями Ненецкого края с корейской культурой. И именно музыкой и танцами в исполнении талантливых творческих коллективов из Санкт-Петербурга. Еще придет показ корейского кинофильма, в котором зрители тоже смогут увидеть и почувствовать частную корейской души. Я уверен, что подобный культурный обмен позволит повысить взаимопонимание между двумя нашими народами. Спасибо. Несомненно, творчество – это довольно значимая часть жизни человека. Расскажите, как вы считаете, почему важно знакомиться с культурой других стран? Знакомство с культурой других стран и народов помогает нам лучше узнать и понять друг друга. Культура – это богатейший источник знания друг о друге. Это огромный потенциал для нахождения общих ценностей, взглядов. Культура народов живет вместе с ними, сохраняя в себе всю их историю и отражая их настоящее. Культурное сотрудничество является важным стимулом для развития в других областях. Оно способствует углублению взаимопонимания и укреплению дружбы между разными народами. Господин консул, расскажите, пожалуйста, немного о корейской культуре. Я думаю, нашим телезрителям это будет очень интересно. Говоря о корейской культуре, я хотел бы отметить, что сейчас в Корее уделяется большое внимание сохранению
корейские традиционные искусства и обычаи, такие как танец, песня. В современной Корее по-прежнему соблюдаются некоторые традиционные ритуалы, такие как, например, Новый год и свадебная церемония. Вместе с этим, в 90-х годах с распространения корейских телесериалов, мелодрам началась так называемая корейская вала. Второй этап корейской вали наступил вместе с набирающей обороты популярного корейских поп-исполнителей Girls' Generation, Big Bang и Psy. Завоевали любовь огромного числа поклонников в Азии, Европе, США и России. Думаю, что, возможно, многие слушали сингл «Gangnam Style», видеоролик «Gangnam Style», занял рекордное первое место в YouTube, набрав около 2,5 миллиардов просмотров. Спасибо большое. Скажите, хотелось бы еще вам вернуться в наш городок, может быть, еще раз посетить его? Конечно. Мое желание такое. Я хотел бы еще раз прийти сюда и хотел бы посмотреть, видеть, увидеть северное сияние. Конечно. Это вам нужно более ранней зимой приезжать. Да, я хотел бы прийти сюда в сентябре, чтобы видеть северное сияние. Я надеюсь, ваше желание сбудется. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Всего доброго. Я напомню, сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» на телеканале «Север» были генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге господин Ли Джин Хён и консул по культуре госпожа Ли Га Хэ. До новых встреч! Восточная шаманская музыка отличается экспрессией и быстрым темпом. Звуки традиционных барабанов, в том числе и большого барабана тэго, который заряжает публику энергией неба и отпугивает злых духов, не оставили равнодушным северного зрителя, особенно зрителей, в чьих венах течет корейская кровь. Вот сложный ритм и очень четкий. Там очень сложно, наверное, учить это, и мне... Очень интересно, как они это выучили. А хотелось бы вам съездить в Корею, может быть? Да, особенно поесть еще побольше корейской морковки, я ее обожаю. Открыл вечер консул Республики Корея Ли Джин Хён. Песни и танцы, отметил он, помогают узнать культуру и дух другой страны. Консул выразил надежду, что жителям Ненецкого округа удастся почувствовать гармонию и красоту Кореи. Надеюсь, что... Этот концерт станет еще одним прекрасным шагом для расширения взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами. Одним из самых ярких и запоминающихся номеров стал корейский танец «Пучхэчхум» – танец с веерами. Во время исполнения артисты образуют групповую форму яйца, цветка, бабочек и волн с помощью вееров. Мария занимается в центре «Нангот». На сцене Арктики состоялся ее дебют. Лично для меня, когда я окунаюсь в корейскую культуру, в их традиции, так как для меня это история моих предков, и для меня это очень важно. И это то, что доставляет мне больше удовольствия. Уже более 10 лет на сцене выступает Ирина Ли. По ее словам, танец является обязательным элементом многих культурных и прочих мероприятий в Корее. Если, например, сравнивать с русскими народными танцами, да, в русском народном танце это вот душа нараспашку, да, и веселье такое, да, то в корейском традиционном танце, наоборот, мы всю энергию держим вот внутри, да, вот и все танцы, поэтому построены немножко плечи вперед. Корейский танец «Пучхэчхум» берет начало из ранних шаманских ритуалов 5000-летней давности. Грациозные танцовщицы используют разукрашенные в бутоны пиона, веера и демонстрируют свое актерское мастерство. На самом деле довольно непростое занятие, ведь все это связано и с дыханием, нужно контролировать и его. В общем, корейскому танцу нужно учиться и учиться.
Исполнители на народных инструментах познакомили зрителей с богатой палитрой музыкального искусства своей страны. Одним из самых распространенных в Корее струнных инструментов является каягым – многострунный щипковый музыкальный инструмент. Особенность каягыма – отсутствие нот до и фа. Под аккомпанемент каягыма артисты исполнили 6 вариантов традиционной песни «Ариран». Эта песня включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, а российско-корейский дуэт исполнил классические произведения для скрипки и фортепиано. Рю Хи Юн и Елена Леджинова порадовали зрителей музыкой Чайковского и Дворжака.